Уже через несколько недель здесь, на Басарене, сборная Украины будет бороться за выход в финальную часть чемпионата мира. Стены стадиона помогают донецкому «Шахтеру» одерживать уверенные и крупные победы. Болельщики надеются, что выступление сборной не станет исключением. Как только стало ясно, что сборная Украины свой домашний матч с греками проведет в Донецке, болельщиков волнует один вопрос – как и где купить билеты? Ведь даже на матче «Шахтера» достать желаемый пропуск на стадион получается не у всех. А на игру сборных, тем более когда на кону выход украинцев в финальную часть чемпионата мира, сложности с билетами неизбежны, убеждены дончане. Эдуард Яшин хочет поддержать национальную команду на стадионе, а не дома у телевизора. Готов для этого приложить все необходимые усилия. Думаем, что попадем, купим билеты, думаем, пойдем посмотрим. Стадион отличный, команда тоже хорошая, наша команда тоже греческая. Ну, думаем, что попадем. Достать билет можно несколькими способами. Впервые в Украине продавать их будут через интернет. Для этого в пятницу 30 октября начнет работать сайт ufi.com.ua. Забрать пропуск можно в кассах стадиона в день матча, предъявив оригинал паспорта и подтверждение об оплате. Для владельцев абонементов на Донбасс-арену Федерация футбола Украины выделила 17 тысяч пропусков. 10% мест отдадут болельщикам команды гостей. И лишь 15 тысяч попадут в свободную продажу в кассах стадиона. Известная стоимость билетов от 200 до 600 гривен. Единственное, о чем мы просили Федерацию футбола, это выделить для арены достаточную квоту мест, для того, чтобы арена и клуб «Шахтер» могли предложить держателям сезонных абонементов на арену, скажем так, приоритетную возможность выкупить билет на свое место, абонементное место, и чтобы наши болельщики постоянно попали на матч национальной сборной. С вопросами организации проблем не возникнет. Матч проведут на самом высоком уровне, обещает руководство стадиона. А президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов надеется на помощь 12-го игрока. Где играть – это средство. А цель – пройти, чтобы команда участвовала на чемпионате мира. Главная задача. Поэтому будем надеяться, что мы создадим такую атмосферу, наши болельщики создадут такую атмосферу, и это поможет команде завоевать путевку на чемпионат мира. Напомним, первый матч между сборными Украины и Греции пройдет 14 ноября в Афинах, ответный 18 в Донецке, где решится судьба путевки в финальную часть чемпионата мира. Ростислав Сысоев, Алексей Логвин, «Панорама».